Итак, дорогие друзья, следующий курс по созданию социальной сети, четвертый, наметим главную страницу нашей социальной сети. Курс небольшой, но, как говорится, если все делать, значит, все делать по порядку, чтобы было понятно, структура создания, все. Мы пока набрасываем костяк, а потом уже будем усложнять, чтобы мы понимали, где, что и как. В общем, посмотрите курс, сделайте домашнее задание. В домашнем задании вам надо будет подключить Markdown. Я дал, мы делали курсы, два курса, чтобы у вас была документация в проекте, чтобы вы могли все значимые вещи или варианты вещей себе прописывать, чтобы не путаться, чтобы не бегать, чтобы это очень важно, поэтому я рекомендую делать. Ну а те, кто только начал с этого урока, значит, сам курс находится на сайте python-tut. Вы просто берете, сбоку выбираете социальную сеть, пишем, и здесь вот добавляются курсы, они постоянно добавляются, пока мы не напишем модуль, будут добавляться сюда курсы. Но требуется предварительная подготовка, поэтому если вы совсем новичок, то вам надо начать с сайта spb-tut.ru. Ссылки на этот, на другой сайт есть в описании видео. На spb-tut.ru начальный и средний уровень, грубо говоря, с самого нуля. Выучите Python, разберете Django и уже будете дальше продолжать. Спасибо за доверие, все получится.